Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что делать, если после установки игры или программы при запуске у вас появляется вот такая ошибка файла. bing2w64.dll. Этот файл является компонентом Red Video Tools. Есть два пути решения этой проблемы. Первый — это скачать и зарегистрировать этот файл отдельно. Этот вариант больше подходит, когда файл каким-то образом поврежден, заменен или удален с компьютера. Второй вариант решения и более предпочтительный и правильный — это установить полностью Red Video Tools. Чтобы скачать и зарегистрировать файл DLL, перейдем на сайт dlltop.ru. Ссылка будет в описании. Здесь находятся актуальные ссылки, взятые с официальных источников. Переходим, листаем вниз, скачиваем архив с файлом и распаковываем его в корневую папку, которая находится на диске C в папке Windows, папка System32. Теперь файл нужно зарегистрировать в системе. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Win плюс R, либо просто находим приложение «Выполнить». В появившемся окне нужно ввести следующее. recsvr32.exe — это команда регистрации, пробел и имя вставляемого компонента, то есть bing2w64.dll. Зарегистрировать файл можно также с помощью командной строки, которую нужно запустить от имени администратора. Пишем команду recsvr32.exe, пробел и путь к файлу, то есть диск C, папка Windows, папка System32 и файл bing2w64.dll. Нажимаем Enter, видим, что все прошло удачно, и перезагружаем компьютер. Это первый способ решения нашей проблемы. Хочу отметить, что во время регистрации файлов могут появляться ошибки. Связаны они, как правило, со следующими причинами. Первое. Не все файлы DLL предназначены для того, чтобы их регистрировать. Все будет работать и так, без регистрации. Вторая — файл был зарегистрирован ранее. В этом случае вам нужно сразу запустить игру или программу, которая выдавала ошибку. Поэтому второй способ с полной установкой более предпочтителен. Сейчас к нему и перейдем. Для этого мы переходим по этой ссылке, загружаем и устанавливаем Red Video Tools. Все ссылки взяты с официального источника и являются актуальными и безопасными. Установка много времени не займет, и после этого все должно заработать. И ошибка исчезнет. Всем спасибо за внимание, пока!